Всем привет! И сегодня на канале «Стране чудес» я вам расскажу, как найти телефон или защитное стекло именно для своей модели смартфона. К моему величайшему сожалению, не все покупатели AliExpress знают, как это сделать. Итак, для того, чтобы это сделать, нужно всего лишь навсего знать название вашего телефона и его точную модель. И больше никаких проблем у вас с этим не возникнет. Допустим, вы заходите на AliExpress. Я покажу пример на своем телефоне. В поиске вбегаете, допустим, как у меня, Galaxy A7. И пишите, что вам нужен чехол. Чехол. Нажимаете поиск. Но вы должны знать, вот видите, сразу нашлись много чехлов для моего телефона. Вот тут есть такая вот прям интересная новая какая-то моделька появилась, прикольная. Вот, видите, мы заходим сюда, а тут еще очень много разных моделей Samsung, под которые можно выбрать вот такой вот прикольный чехольчик. В моем случае я должна выбрать Galaxy A7 2018 года. Учитывайте вот эти все моменты, нужно обязательно выбрать правильную модель вашего телефона. Затем вы выбираете цвет, какой вам нужен, какой вы захотите. И после этого совершаете покупку, то есть уже нажимаете «Добавить в корзину» или «Купить сейчас» и делаете покупку. Либо, если вам нужно стекло, точно так же вбиваете модель вашего телефона, пишите «Стекло». Ну, в моем случае, и не только в моем случае, иногда подбирается не только стекло на экран, но иногда еще подбирается стекло, вот как вы видите, для камеры. Так что тоже обращайте на это внимание. И точно так же, прям столько покупок здесь. Точно так же здесь видите под несколько моделей. Не забывайте о том, что нужно выбрать правильно свою модельку. Я неоднократно видела, когда люди пишут отрицательный отзыв, пишут, что мне не подошло. И вот заходишь, допустим, в отзывы, да, здесь вот очень много отзывов. Кто-то пишет, мне не подошло, и пишет там, допустим, у меня там, ну, Galaxy A7, а вот здесь вот видно, что человек заказал не Galaxy A7, а другую модель. То есть он сам совершил ошибку, неправильно выбрал нужную модель. Ему, соответственно, продавец-то послал то, что он кнопочку какую нажал. То есть вот тут видно, какую модель человек заказывал. Да? То есть вот Galaxy A7 2018. То есть вот тут вот, Galaxy 2018. Что только одни 2018 все заказывали. Извиняюсь за мой кашель. То есть, вот, допустим, ну, тут даже никак, что для других моделей вообще никто ничего не заказывал. А7, а вот видите, вот есть А6, то есть, допустим, да, а ему прислали для Galaxy А7, и он пишет, что «а мне не подошло», да потому что ты сам выбрал вот совсем другую модель. То есть вот это, на это обращайте внимание. И как найти, допустим, что-то в определенном магазине. Когда вы заходите в какой-нибудь магазин, то тут же в поиске также набираете, допустим, Galaxy A7. Здесь вот если в поиске есть на AliExpress искать или в этом магазине, или еще в этом магазине можно нажать на товары. Так, и вот здесь вот категории магазина есть. Сюда вбиваете Galaxy A7 и жмете «Найти». И именно в конкретном магазине вам находят все для определенной модели. То есть любые чехлы, там еще что-то, защитное стекло, еще что-то. Вот так вот просто, в принципе, найти чехол или защитное стекло именно для своей модельки телефона. Легко и просто. То есть название, номер модели и вперед и с песнями искать, что вам нужно. Собственно, я надеюсь, что я доходчиво объяснила, как все это делается. А я на этом сегодня с вами прощаюсь. Как обычно, всем желаю удачных покупок, мира и добра. И пока-пока!